Всем привет! Сегодня я получил телефончик. Вот такой вот коробочки. Не фирменная коробка пришла. Из комплекта тут только одна зарядка. Наушников нету. Телефончик. Сейчас посмотрим, что тут за телефончик к нам пришел. Я точно не помню. По-моему, 53, 51, то ли что. Что-то такое. Сейчас глянем. Как их запаковали, просто капец. Так, что ж тут у нас за телефончик такой. Ай! Хорошо запаковали. Конечно. Пришел к нам Nokia. Ага. Вот такой вот. Как же он откроется? Так. Оп. Прикольно. С помощью кнопочки открывается. И так, раз. И все. Так, а как же он открывается у нас? Непонятно. Так, это у нас зарядка. Угу. Хорошо. А как же его открывать? Интересно. А, вот. Отодвигается крышка в сторону. Понятно. Так, так, моделька у нас Made in Finland. А моделька, да, 6131. Угу. Ну, как-то неплохо выглядит аппаратик. Собран хорошо. Ничего не люфтит, ничего не торчит. Все красиво, все в пленочках. Такой пластик у него какой-то прорезиненный. Да, прорезиненный. Сейчас попробуем его включить, даже с камеры. Так. Разряжен телефончик. Угу. Ну что, сейчас зарядим. И посмотрим. Так, зарядка у нас стандартная идет, тоненькая нокиевская. Вот так вот у нас все ставим. Так, пошла зарядка. Он подхватил быстро. Так, как включится нам сейчас. Она включаться не хочет. Она полностью разряжена. Полностью разряжен, заряжается тогда. Все, вот такой вот у нас телефончик пришел. Качество хорошее. Единственное, что не порадовало, это нет фирменной коробки. Вот, ну и нет наушников. Тоже плохо. Такие наушники сюда не все подойдут, только со стандартным ихним разъемом, вот этим старым, большим. А в 3.5 здесь нету. Вот так вот. Так что всем пока.